Представляться будем? Да, конечно. Всем привет, меня зовут Тедди, это Ветик. Мы с ним играем сегодня в Dead Space 3. Вот. Скажи что-нибудь. Ладно. Поехали, да. Зайчика будешь играть ты, наверное, да? Потому что ты создал игру. Да без понятия. Да. По сути, какая разница? О, я с бородой. Alpha 9, это Whiskey 250. О, нет, не комментарии забыл вырубить. This is Whiskey 250. Включение у нас приключение. Serrano, do you read me? Tim! Oh, thank God! Did you find it? Find it? Doc, I'm not even sure what we're looking for. Just there! Follow the waypoint to take you! I can't tell you anymore! Just get there! So, do you hear me? You have to... Нет. Насколько звука? Просто не понимаю, чего мне было болит. Блин, где субтитры? Звук, я сказал тебе. Нашел. Ага. What? Dang it! Follow the waypoint. We've been following it for 3 hours and ain't found squat. Да, я тот самый мужик с бородой, четко. Да. А уже мы играем. Да, мы уже играем. А ты похож на какого-то домосека, короче, не знаю, как это писать. Такой смазливый личико. Ну, есть такое. Самому не понравилось. О, вот, так он бежать может. Конечно может. I can't see a goddamn thing. How the hell we get roped into this mess? The doc needs us, Sam. Нам туда. Kaufman, we're not seasoned soldiers, Christ! Even how to hold your rifle. Hey Doc, we found it. Good. Can you get inside? Такая вот красота. It's all sealed up. Mm-hmm. Look around. There must be a way. Графон хорош. Mm-hmm. Great bullets. Now we can kill each other before we freeze to death. Maybe we can shoot our way. Ой. Ну что ж, открываем? Вот это жестокий. You're looking for a cylinder about half a meter long. Do you see it? Тут такой интересный глюк, смотри на него. Нет, здесь не будет, внутри будет, я покажу тебе. Пошли. Клёв, сделаем переход. Давай,
хорошо. Увлекся. О, началось. Трупы, короче, да. Тихонько. На наверх, да. Так, может, тут еще что-то есть? Ну я говорю, я начал этот в одиночку почему-то играть. Тут нет ничего боев. Не понял. Ага. Сейчас по-любому какая-нибудь дрянь выпрыгнет. Напарник. Как? Ну почему? Блин, что делать-то надо было? Так надо было это... Блин, влево отходить. Влево, влево, потом. Вот. Нормально. Ага. Мы затащили. Так, сейчас я игру немного потише сделаю. Давай, скинь. Я, кстати, уже убавил, потому что она очень орёт сильно. Воу, это кто? Что-то меня не показывал. Мы, походу, мы упали куда-то. General Mahad, сэр. Я какого-то генерала встретил. Ну что значит никакого генерала? Я тоже самой ролик смотрю. Эрл Серрано, always the optimist. Well, he said I should take this into the city. He said there's still time to stop it, sir. Так, я ролик тоже тебя показывает. Видимо, они не заморачивались, они один ролик пихнули сразу. And the sovereign colonies, we've got to do what's right. You love the earth, son. Your mom and dad. Любишь ли ты маму и деда? Yes, sir, of course. Да, сэр. Glad to hear that. Я не люблю их. Нормально. Ага. Просто взял за начал меня. Все нормально. Нет, вот это. Все очень хитро. I know you're there. Come on, pick up the phone. Fine. Look, I just called to say I'm moving on. I have to. Just take care of yourself, okay?
Это что-то вроде прошлого? 200 лет спустя, наоборот. You ask Clark? Get the fuck off me! Answer me! Tim? Who the hell are you? Lift him up. Up! I don't have a lot of time, so I'm gonna make this brief. I understand you're something of an expert on markers. You created one. I didn't make shit. Your government made me. And you destroyed two, which is why we're here. I got a job for you. No. No! I'm done with that. You find somebody else for your suicide mission. We did. Before we lost contact with her, she told us to find you. Ellie. Where is she? What'd you do to her? Where is she? Unitologists have breached the inner concourse. We can't hold them. Captain, run out of time. Gotta go. She's out there all alone, Isaac, and I can't help her unless you help me. Вот это не пойму, это ты меня что ли сзади стол нацелил? Нет. Блин, ты красный какой-то. Я, честно говоря, не знаю, кем я буду, потому что главный герой Айзек игры. Вот, а я буду кем-то вторым с тобой вместе. Вот, как я не представляю, как вообще. Ну, сейчас, по идее, ты должен пойти один. Откуда я возьмусь, я не представляю. О, здрасте, приехали. Я Айзек все-таки, да? А, нет, я красный. Лол. Okay. Где-то внизу. I said I'd help you. Так, now where's Ellie? Ты играешь Айзека, а я мужик в этом члене. Just shut up and get over here. We'll explain later. Окей. Ладно, пойдем. Даже лучше, мне нравится член. Членовичок. Так, это наши братишки. А, вот. В одиночной версии я справа стоял. Вот здесь. Hi. Who the hell are you guys? Earth Gov's last battalion. Name's Norton. Captain Robert Norton. Sergeant John Carver. Mr. Безымянный. Last battalion? What do you mean? Last means last, genius, as in no more left. Как в армии прямо. Looks clear. No more left? There's our right. Let's go. Thomas, get the car! Go, go! Ой. Вот это попануло. This way! They're down here! Isaac, move it! Take cover! Go! Супер-атом. Беги, гранатом. Патроны не забывай подбирать. Если вдруг пинаешь, то тебе не может патроны выпустить. Поэтому пинай их. Так, ну туда, кстати. Самоубийца! Ну, самоубийца же говорил. Стрелять надо. Why are they trying to kill us? You! They're trying to kill you! Ноги ему валили стрелять, чтобы он не бежал. Get out of there! Shut your trap! Да блин, я не могу выйти оттуда. О! Я такой весь в арморе, такой галыш. Галыш. Наверх. Давай, я первый полезу. Так давай. Я за тобой сразу. Чисто. Why are these fanatics after me? You've destroyed markers in the past, Isaac. That makes you a direct threat to their plan. Plan? Some end time prophecy based on the markers. Conversion? Yeah, Ellie thinks you can stop it.
So now she's missing and they followed you here? Yes, now get to the roof of the Dredger Corp building. There's an extraction team waiting. Это дядька просто какой-то говорил. И вот молчал. Так, это что такое? Ящик слева открывается тоже. С этим взаимодействовать как-нибудь можем? Слушай, по-моему, нет. Может быть, дальше будет можно. Потому что сейчас не архивы. Любое взаимодействие на букву есть. Ну ладненько, пошли дальше. Have you seen this man? Where is he? I don't know! Там братишка сразу пару. Он сам умер или ты его убил? Я убил. У тебя трупы летают, по ним ходишь? А? Ну, короче, когда идешь по трупу по вражескому, он прям это, улетает. Вот, я не знаю, он весит там килограмма два. Shit. The freeway. Unmanned transports. They don't stop for anything. What about our stasis unit? We can slow the traffic. Ну ты красавчик. Ну куда ты полез? Shit. The freeway. Unmanned transports. They don't stop for anything. Вот так вот. Это норма. Ну, норма, конечно. Алга на лестнице. Лол, а я почему-то не могу... А, не вот. This is it, come on! We need to get to the roof! Жестокий так. Патроны? О, тут вечеринка была, смотри-ка. Вот тут его колбасит. The age of man is at an end. We have become too many. Too little to go around. Corporations that we once trusted with our money have squandered it. The governments that we once trusted with our future sabotaged it. George, this isn't just a manhunt. It's systematic slaughter. Oh, why topple the government? Why are we not? Danik blames them for experimenting with the markers. Thinks it's heresy. So you can imagine what they think of you. Have you reached the extraction site yet? I'm almost there. It will lift us up from our miserable existence. United in body and united in spirit. Our unity will be... War. Я клевый мозг. Суровая такая. Что-то я как-то пожелтел. Желтуха. Нормально, меня убили. Ну не убили, но все равно неприятно. Bring him here. Это самураи 24 века. О, у чувака пуховичок все-таки. Isaac Clark! Just the man I was looking for. Oh, don't waste your energy. You're going to be dead in a matter of minutes. Pick him up. There's something I'd like you to see. There. You see that? That's a marker test lab. They're everywhere at all the major colonies and outposts. Are you offering me? As part of the marker test program, Isaac, you helped make them. And today, you of all people get to watch me set them free. No. No. You'll kill everyone. Death is only the beginning, Isaac. Nature must take its course, and I can't allow you or anyone else to stop that. Eyes forward, Isaac. Pay attention. Дай бы ему по голове.
time for you to join the cycle of rebirth. Вот так. И в днище какой-то. Да. О, мое лицо показали. Суровый помощник со шрамом. Ты куда скатился? Ага. А мне тебя показывают. То есть, ты главный герой здесь. У нас ролики одинаковые, и на тебя нацелены. Немного странно. Опа, некроморфы. Оружие. Бери аптечку, сжимай кулак. Блин, Витя, подожди. Братишка толкает. Поднял тебя? Супер. Хорош ты, хорош, ладно. Опа, вон еще. Справа, справа, справа. А, я понял, в этой игре по типу стрелять в конечности, она творится. Ну да, то есть ты стреляешь в ноги, допустим, он где ползет, и ты ему голову сбиваешь ботинком. Ну это вот идеальный вариант как бы. Офигеть. Ты букву Q нажми, Q нажми, подхилься. Секундочку. А, во. Спасибо. Осторожнее, может быть, это могут стать они, братишки-то. Обалдеть. Я почему-то предполагал, что сейчас он встанет. Не знаю почему, хотел бы по нему топнуть. Так, патроны. Что мне, знаешь, здесь нравится? Когда берешь прицел, у тебя фонарь включается. Да-да-да, это вот. Вот это очень удобно, то есть не надо его отдельно включать, а просто когда целишься, тогда у тебя фонарь светит. Хотя, в принципе, был бы он где-то у тебя на лбу. Еще один. О, вот это чудовище. Нет, мне чудовище. Кошмар. Как многие спектакли, смотри. Обалдеть. Кошмар. Тентакли такие вылезли у него из жопы просто. Так, полутать, полутать надо все. Погоди, я полутаю. Да конечно. Всякие патрончики и прочие став. Так. А у тебя тоже лутаются, да, не? Мешки-то эти, ну, ящики на стене, которые висят. Да, и. А, супер, потому что я хорошо, что они не уникальные. Ну ладно, ладно. Harper, what the hell is going on down there? Danik flatlined the extraction team. Fuck. Alright, I'm coming in with the Eudora. Find a way out of the city. How about the trains at Washington Station? We can ride one out. And how are we supposed to do that? Figure it out. I'll see you on the tracks. Не самый хороший. Кто-то ползает, смотри. А тут меня нет руки, не знаю. Там я. Нашел артефакт.
Люди убегают. Ага. Не к добру, кстати. Нет. Витик, а тут какая-то дверь. О, магазин одежды, Витик. Может, прибарахлиться не слабо, мне кажется. Смотри, какой поц. Ой, блядь. Сука, я испугался. Он просто хотел меня своими глазами просверлить. Что ты, тварь такая? На бомбу какую-то похоже. Я куда-то вышел? С тобой? Это что-то вроде китайского района. Ага. Некроморф. На этом месте мы остановимся. Первая часть нашего летсплея будет закончена, я думаю.